пришел начальник, что мы еще до начала старта, потому что по правилам соревнований у них должны соответствующие быть передачи, не такие тяжелые для их возраста. Наши соревнования это уже традиционные, проводятся они в городе Краснодаре с 2010 года и проводятся они память нашего товарища, заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры и купания, профессора, более 30 лет отработавшего вот в этом замечательном университете физической культуры, Карпенко Александра Григорьевича. Он много лет был и президентом федерации велосипедного спорта Краснодарского края. В 1972 году он закончил факультет физического воспитания Кубанского государственного университета. С 1973 года работал тренером в добровольно-спортивном обществе «Спартак». С 1990 года он возглавлял деканат тренерского факультета
тогда еще Института физической культуры и спорта. Сейчас еще раз повторю программу. В 11 часов ровно будет дан старт нашим кубанским ребятам, которые прибыли вот из 10 территорий Краснодарского края. Которые вот сейчас готовятся, значит, провести гонку. После этого в 12 часов будет дан старт заезда первенства России в гонке «Критериум», значит, для юношей 15-16 лет, вот, которые прибыли в город Краснодар из 25 территорий Российской Федерации, и вот здесь будут показывать свое спортивное мастерство. Ну и так, до старта осталось буквально 8 минут. Значит, все, идет подготовка. Сейчас ребятам объяснят, сколько они будут ехать кругов. А кругов они будут ехать 18. Круг у нас 1 километр 300 метров. Вот, вокруг университета Минской культуры, по улицам нашего прекрасного города. Вот. В процессе гонки я буду объявлять вам промежуточные результаты наших состязаний. Тоже будет победитель. И вот финиш сейчас третий. Филаксенов выигрывает пятый номер, выигрывает и набирает еще больше очков.
Вот судья с хронометрией показывает, что 0-0, и сейчас мы ждем уже призеров и победителя. Ну, уверенно, сюда уже первое место занял представитель Республики Адыгея на этом участке, набрал 5 очков, а представитель Апшеронского района Филаксенов Роман занял второе место. Но если я вам сейчас и говорю, ничего не произойдет, там никто не нарушил никаких правил, то медалью, дипломом и маленьким сувениром в конверте это собрали наши ветераны. Награждение проводил Шуман Владимир Игнатьевич, мастер спорта СССР, чемпион среди сельской молодежи СССР, наш кубанский велосипедист. Второе место занял представитель Республики Адыгея, Опрышко Денис. Поаплодировали. Награждение проводит Севрюкин Геннадий Васильевич, мастер спорта СССР, многократный чемпион края, победитель первой спартакиады Северного Кавказа, проводимый в городе Грозном. Наш ветеран когда-то очень здорово гонялся. Он также награждается, Денис, медалью, дипломом и маленьким конвертом. Первое место занял представитель Краснодарского края из Апшеронского района Филаксенов Роман. Аплодировали. Рома успешно, он занял буквально все призовые места, уступив на последнем. Но это, наверное, просто так, тактический ход. Награждение проводит Кордий Николай Афанасьевич, почетный мастер спорта. Это тогда вручалось очень редко. Почетный мастер спорта СССР, многократный победитель республиканских и краевых соревнований. И также университет физической культуры и спорту нашего Краснодарского края, значит, учредил кубок победителю. Его вручает от университета старший преподаватель кафедры велосипедного спорта, мастер спорта СССР Капустин Александр Анатольевич. Вот наши победители. Я, как руководитель федерации, очень рад, что так вот получилось. Ну что, на фото на память. Ребята, спасибо вам большое. До новых встреч. Итак, награждение наше первое закончилось, а сейчас буквально через
5 минут, наверное, сейчас определит главный судья. Саня. И вот дан старт групповой гонки «Критериум» по городу, дистанция круга километров 200, 32 круга, 16 промежуточных финишей ушли на дистанцию спортсмены более 18 регионов Российской Федерации. Сейчас нам дадут, наверное, количество спортсменов, но около 80 человек. Вот этот поворот, где все падали. Около 80 человек. Они в центре города Краснодара. Вот, помог организовать силами УВД города и другими службами, которые делают эти все задания. Вот, участники проехали первый круг. Участники проехали первый круг. Следующий круг потом будет финишный. Больше внимательно будьте на дистанции, потому что, естественно... И до конца. Вот тут вот ну, пока не хватает. И до конца дорабатывают. Thank you.
знаю. Зачем это вообще? Итак, дорогие зрители, участники, представители команд, мы готовы приступить к финальной части наших соревнований, к награждению. И на награждение приглашается Александр Барсов, Михаил Лагунов и Лев Гонов. Вот ребята выходят. Посолетело с собой. Итак, проводим награждение. Третье место с результатом 36 очков. Первенство России гонка критериум среди юношей 16-17 лет занял Лев Гонов, город Санкт-Петербург. Награждение проводит представитель Министерства и спорта Краснодарского края Валентина Конева. Спортсмен награждается памятной медалью нашей, кубком памятным, дипломом и маленьким конвертом от ветеранов, от Федерации велосипедного спорта Кубани. Второе место занял представитель также Санкт-Петербурга Михаил Лагунов, 38 очков. Награждение проводит Николай Веревкин, мастер спорта СССР, победитель многих краевых соревнований, победитель первенства Центрального совета, наш неувядаемый ветеран. Спортсмены также награждаются кубком, памятной медалью, вот, и дипломом, и к диплому кое-что прилагается. И первое место и победителем наших соревнований, нашей велогонки, первенства России памяти Александра Григорьевича Карпенко занял Александр Барсов. 78 очков он завоевал. Почти что в два раза больше, чем занявший второе место. Пожалуйста, награждение проводит супруга нашего уважаемого товарища Наталья Карпенко. Она вручает победителю кубок, вручает нашу медаль памятную. Все подняли. Ребята, подняли это самое. Вы вот все стоите на пьедестале. Я думаю, мы обязательно это выбросим на сайт Федерации велосипедного спорта России, чтобы ваш руководитель, заслуженный тренер России, всем известный тренер Кузнецов Александр Анатольевич, порадовался на вас. Всего вам, как говорится, доброго, это самое. Пожалуйста, пресса, можно фотографироваться. Ну, большое спасибо всем нашим участникам. Спасибо спортсменам. На этом наши соревнования объявляются закрытыми. До новых встреч. Всем спасибо. Особенно спасибо сотрудникам ГИБДД, которые помогли нам.